Бум-бум. Бум-бум-бум. Блин. Бум-бум-бум. Всем привет, с вами Реди. Сегодня серию будет снимать моя девушка. Вот, Вик, давай. Наберись, ну ничего, ты стесняйся. Давай, мышку берем и клавиатуру берем и едем в тюнинг. Давай, поехали. А, заведи машину. Еще все завела, молодец, поехали. Ты так и будешь молчать? Нет. Ну говори что-нибудь. Ну, Вик. Я сейчас шутить начну. Давай. Колобок повесился. Буратино утонуло. Лимонадь. Нет. Тебе в другую сторону. Контакт принял. Да, я аварийку включу. Поехали, давай прямо. Едем. Летим. Ну дави гашетку. Мне Можно вот сюда кажется, нажать, и метра будет. серия будет идти минут 40 точно. Мне кажется, я ее обрезать буду. Ну, это не точно. Да, ну, нажми, А мы я же... туда доеду? Да, доедешь. Ну, Точно? наверное, я надеюсь. Едь прямо пока. Вода, зай, вода. Упс. 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 Упс, еще раз. А можно я потом так буду вставлять, сколько раз ты упс сказал? Упс. Три раза упс. Зай, смотри, ты готова к резким поворотам? Нет. Ну не к этому. Я крикну куда. Налево. Какой лево? Да едь, ты правильно едешь, стена. Назад. Давай, все, это говорят скучные ролики. Давай, давай. Газ, газу до отказа. Да дави. Да не буду никуда дави давить. Мышку. Сейчас я поднадавлю. Не надо. Тогда едь. Да. Давай. Едь. Светофор. И чё? Упс. Зай, ты не в автошколе. Да при чем тут это? Вот, налево, ворота, ворота! Давай, газуй, направо. Поворот. Еще направо, да не вы, направо. Поверни немножко. Вот, вот сюда. Вот, да, сюда. Заезжай. Вот видишь, у меня тут всегда лагает, не знаю почему. Вот. Ой, моя налево, направо, направо, женщина. Направо, направо, направо. Еще, да. Я знаю, что я мать женщина. Вот в эти ворота тебе надо попасть. А я в них попаду? Попадешь. Давай, залетай. Упс. Да едь, едь. Упс. Не, я ленивый же, я не буду наставлять. Я вот сюда. попаду? Знаешь, меня природа матушка не находила. Нажимай вот юбки. Ну, это как бабы юбки, только катаешь на машине юбки. Просто мышка клацает юбки. Поверни машину боком. Просто так. Зажми, нажми колесико. А, нет? Нет. Подожди, еще все будет. А, про другую кнопку мыши надо было. Я же тебе говорил. Давай, выбирай юбку. Вот юбка один. Ну вот смотри, Катя, нравится. Ну хочешь заранее машину перекрасить, цвет написано, чтобы подобрать под цвет. Не? И купить нажимай, если хочешь. Ну и вот цвет первой шкалы. Вот три шкалы двигай. Да. Любой цвет какой тебе нравится. Красный еще был, да? Черный. Так, ладно, эту шкалу пропустим, да? Ну. А ты можешь и эту шкалу двигать, и одновременно первую или вторую еще двигать, чтобы цвет выбирать и корректировать. Вот примерно так, и вот подвиг еще, вот, ну так, оставь подвиг на вторую или первую шкалу. Вот, видишь? Без комментариев. Без комментариев? Да, купить. Вон. Это что? А это я хз, ну хочешь подвигай просто. Ничего, вещь не меняется, значит. Давай, теперь юбку. Никогда не носила юбки. Она врет. Нет. Да. Я-то знаю. Я-то знаю. Мне фотку приложить? Не надо. И купить. Купить нажми. Целых 5 тысяч. Ты мне уже в долг. Ты мне уже должна денег. Конечно. Я это обрезать не буду. Капот, нажми правую кнопку еще. Я вижу, я не ступаю. Ну поверни сюда, чтобы тебе было лучше видно. Нажмай правую. О, ты знаешь, где правую делила? А, ну да, ты же не блондинка. Верно. Не, не блондинка. Рыж. Рыжик, бестыжик. Ну вот это фиолетовое, это забей, так и должно быть, так завода шло. Давай задний бампер. Поворачивай зад. Зазурка? Нет. Кого зазурит? Давай. Там кот шелестит, слышишь?
такой хоть. Ты стоковое решила ставить? Что так сложно? Ну покупай любой, без разницы. Спойлер. Спойлер, видишь, я это? Видишь, я это? Как будто первый раз играю. А какой раз ты играешь? А можно выложить серию, у тебя бомбит? Нет. Сейчас тебя сейчас тоже побомбит. Вик, мне-то надо в автошколе права получить. Нет. Да. Нет. Вот следующая серия будет, как Вика получает права на моем аккаунте. Давай, передний бампер, это спереди. Ты понимаешь, серьезно? Мы по времени еще успеваем и эту серию записать, и следующую. Ну или что, завтра придешь? Ну опустись ниже, чтобы тебе было видно я лучше. Вижу. Я вижу. Вот видишь, ты там четвертый бампер пропустила. Я захотела пятый. Ты цвет забылся. Да в мет, нет. А, ты цвет смотришь, типа, как лучше. Бум-бум. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Мамбалейла? Синий ты ставила, а, ну ладно. Будет фиолетовый. Ну хочешь через админку я тебе поставлю цвет? Не хочу, все, я определила. Выход, вот. Где? Давай. Вот. Ну, попала, молодец. Ой, какой молодец. И как мне дорогой решать? Ворота помещи, заведи машину сначала. Врум-врум, поехали, врум-врум. Давай, ворота, Вик. Я вижу ворота. За это назад нажимал. Я в курсе. Да, вот туда, правильно едешь. Поехали, вот, видишь бокс, куда машина вот приехала? Жигуль какой-то, семерка. Жигуль. С розовыми колесами. Тазик. Тазик. Мне кажется, тебя в комментариях засрут за тазик. Заезжай туда. Ну ладно, засрут так засрут. Не сы, я удалю комментарий. Нет, левее. Ну ладно, выбирай рамку, когда тебе нравится. Розовую поставишь. Все. Можешь колесиком покрутить, тут еще там ниже есть. Давай. Синенькая тебе понравилась. Опер. Там не насрать, какая она. Опер на Skyline. Заезжай в маркеры. Ну давай, заезжай, все, не дуемся. Вот, а вот что с креслом скрипища, это нежелательно. Ну, назад! Вот, белую сзади. А я хочу эту. Хочу флаг России, ебина весит. Да любую ставь, без разницы. Тут на время не смотри. Не хотите? Ну, разговаривай. Ты так всегда будешь стесняться? Ты ж понимаешь, что тебе с этим жить? Я ж не собирался это забрасывать. Вик. Чё? Помнишь? Не помню. Я тоже. Что? Выбирай колесики. 1, 2, 3. Там если чё, размерчик. Размерчик, не размерчик. Всё подогоним. Нет, там ещё дальше можешь вниз полистать. Но только 14 не включай. Ещё? А, их нету. А я буду без колёс ездить? Не, они будут такие, какие ты вот сейчас выбрала. Пустите. Ну, тебе радиус там, ширину сама ставь. Хочу. А я? Хочу я. Не, а что я? Можете выключить так свет, чтобы тебе не мешал? Так удобнее? О, как тебе аура? Шух. Ну, хочешь такие ставь, вообще без разницы. Ну, ставь. Ты-то можешь широкий сделать, ну, развал, знаешь, что такое? Ну, ширину ты потом, как выйдешь отсюда, ты увидишь их. Не, я боюсь. Боюсь? Да, ты еще их такой развал сделай, маленькие колесики, да? Прелесть. Прелесть? И вылет можешь настроить. Вылет? Ну, вот, да, ты поняла, молодец. Все, такие будут? А, нажми цвет. Нет. Че ты ржешь? Просто цвет нравится. Блин, здесь нейтральные цвета. Это как понять? Это вот так понять. А, просто кто-то черный цвет нравится. Нажмите задний колесо. Кто-то черный цвет нравится. Да. Ну, ты ж меня русскому не учила. Вот должна. Она школьница. Школьница. Настраивай задние колеса теперь. Бум-бум-бум.
Сейчас будет какой-то бомбом. Да ставь пошире прям. Так оставляем. Пусть. Оплатить. Оплатить, брат. Я тебе не брат. А кто? Девушка. Девушка, брат. Выезжай отсюда, мой девушка, брат. Ой, мама дорогая. Выезжай. Мне уже страшно. Теперь едем. Помнишь, какие ворота ты первоначально хотела заехать? Давай назад. Да давай, давай. Нажимай крестик. Прошу тебя не выбирать. Давай, налево поворачивай. Тебе выехать? Да. Не, она сама тебя хоть побомбит. Ну да, надо же видео, чтобы повеселее было. Давай назад. Сука. Сука. А мне... Там стена невзначай появилась. Стоять. Прыг-скок. Я вылезла. Не выехала, а вылезла. Я родилась. Едем тут красный бокс. Пацаны, что по 7 FPS? Да, Зай? Цицик умер. Куда мне ехать? Вон красный, в красном здании красный круг. В красном квадрате красный круг, поняла? Вот спорни, ты в него не заедешь. Я ждал. Давай, я тебе еще поставлю. Ну, чтобы ты на ней просто ездить не смогла, чтобы тебя побомбило. Ну, только не это. Чё? Да я сейчас колесики тебе настрою, чтобы красиво стояли. Ну, более-менее. Ой, мне страшно. О, не, вот так я видео согласен снимать. Очень прикольно, это может видео слышно. И типа слушайте, да, такой хоть-хоть. Айк, едзай, смотри, ну тут так получилось, вот смотри. Шукин ты шум. Не. Я сейчас пойду, пожалуй, что я обзываюсь. Не надо. Едь. Хохолу. А, ты не хохолу. Еврей. Направо. Поворачивай. Газу, га, ты газуешь, вот ты. Хорошо, хоть не налево. Повыше. Ты понимаешь, ты поворот проехал, ты все, не сдала экзамен. Пуф, договоримся. Налево. Лево. Вспомнить либо вправо, это лево. Особенно, когда ты кричишь. Когда она просто гуманитарий. На, едь. Гуманитарий не будет ездить. Давай направо. 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 И в бокс заезжай. В бокс. Это вот такая промежность. Сам ты промежность. А промежность теперь... кого-то между ног. Нажми все. Все. Выбирай цвет тонировки. Зеленый. Можешь и черный поставить. Такую хочешь? А темноту потом вот тут еще настраивать. Вот прозрачность написано крутить. Потемнее, вот видишь, светлее она будет. Намана, да? Самый сок. Выезжай. Ну теперь нам осталось на ухо заехать. Да? Ты знаешь, что за ухо? Нет. Сейчас покажем. Так, едь. Так получилось, у нас Вика взорвала машину. Вика? Ну ладно, Саша взорвал машину, и весь тюнинг, и чип все слетело. Ну поехали на парковку заедем. Каторга. Вторая часть. Хоть прикол. Это все в одном видео будет. Ничего. Почему вторая часть? Вик, парковка не туда. Да на Вик. За стена. Я вижу. Ну ты ее зацепил. Мне пофигу. Так вот покажи видео, как ты ездишь, тебе больше машины. Не играешь так? Все, я не играю так больше. А что ты сейчас делаешь? Ну надо же закончить видео, да? Договоришься, сам его заканчивать будешь. Мне хана в конце видео. Ну после видео. Посмотрим. На улице сугробы большие. Ну все, теперь, короче, обязательно надо лайк.
как чья-то сестра. Ноль подписчиков. Обязательно 30 лайков и новое видео. Можно 5 лайков? Просто все люди, которые меня окружают, он занимается ютубом, да. Да, своя сестра. Да, ее парень, да. Не будем говорить, сколько им лет. Конечно. Запомнить время просто. Ты потом зайдешь, когда будет в игре 9 часов? Там одна цифра, ровно столько лет моей сестре, да. Нет, еще не столько. Ну все, в принципе, заехали, что-то на этом заканчиваем видео. Ну паркуйся задний рубай. Не хочу это. Нет, блядь, микрофон задел, еще будет такой помехи. Давай назад, давай. Я тебе даже варик зай, парковку. Давай, вот, правильно, давай, еще. Вот, если так бы я на ПДД не сдавал бы, меня по жопу высадили. Ну ладно, в принципе, хватит. Все, всем спасибо за просмотр. С вами был Редди и моя девушка. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока-пока.